А что картошка? Ты думаешь, картошка это так вот просто сварилась, ел, да? Не тут-то было. Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить? Ну сколько? Жареное и пюре. Да? А ну считай. Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше. Картофель фри, картофель пай. Это и что такое? А это такими стружечками жарится в кастрюле в кипящем масле. Это я ну ел. Так бы и говорила, а то пай. Ну и все. Нет, не все. Пожалуйста, картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее.